Всем привет, с вами как обычно Дымдрай, мы продолжаем гонять European War 5 Empire. Так, провокация львов, опять же Вашингтона я уберу. Дядьку Наполеона оставлю, он помогает все-таки города долбать быстрее. Поэтому, чтобы сэкономить раунды, было бы хорошо его юзать. Так, 16 ходов дается на все про все, там какое-то укрепление. Ну и башню еще надо удержать, ну башню. Ворот, это у нас ворота, так получается, да? Ну ок. Так, дядька Наполеон. Ай! Дядька Наполеон, ты чё творишь? Блин. Гребёт же сейчас. Так, ну Чингис, как обычно, на высоте. Ну, я сфейлил немножко с генералами. Надо восстановление тогда здоровья юзануть, потому что Наполеону наваляли, а это не есть хорошо. Ворота раздолбают, скорее всего. Так, а что это я сейчас такое увидел странное? Так, ну, ворота, понятное дело, что раздолбают. Тут можно было к гадалке не ходить. Мне вот интересно, какие цели у миссии еще дополнительно. Надо посмотреть. Я не посмотрел что-то. А, отлично, просто здание раздолбать надо. В таком случае дядьку Наполеона надо далеко вообще отправить отсюда. И Жанну Дарк в качестве разведчицы. Да, Наполеон сможет тут расправиться нормально. И этот хрен куда-то отступает. Да, тут нет проблем. Я уж испугался, что будет по сценарию другой миссии, которую мы с вами проходили, шотландской кампании. Там жесть была настоящая. Нет, тут, я думаю, будет нормально. Быстренько меняем ход, пропускаем. Главное, чтобы дядьку Наполеона не раздолбали сильно. Вот он у нас, убийца зданий настоящий. Ну или Чингисхан, он тоже может неплохо так вдарить. Жанна Д'Арк вообще что-то ущербная какая-то. Ладно, крестоносцев обстреливаем. И заканчиваем ход. Монтесума получил повышение. Рыжая борода неплохо отбивается. Дядьку Чингиса атаковали. Баллисты подошли. Лучников наших сейчас мочить будет еще. Так, ну, баллисты в качестве укреплений, которые у нас, они тоже неплохо стараются, это хорошо. В общем-то, мы держимся пока. Это хорошо. Мы счастливы, с хорошим настроением и, главное, здоровьем. Так. Дядька Наполеон, тебе надо бы сюда же куда-нибудь. И Сашок Македонский, его тоже сюда, на всякий пожарный. Лучников и Жанну Д'Арк мы отправим воевать за свободу нашей крепости, так скажем. Так, быстренько пропускаю ход. Тут ничего важного, в принципе, не было. Ну, кроме того, что дядьку Наполеона опять прессанули, засранцы. Не пускают Наполеона. Не хотят пустить, точнее.
Как-то тупо. Ладно, давай баллисту присанем. В таком случае. И Чингисом начнем здание мочить. Конец хода. Наши, в принципе, справляются. Бдумс. Все, здание вообще на изичах разнесли. И победа. Тут вообще ничего сложного не оказалось. Нужно просто укрепление ломать, и будет здорово. На этом закончим. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Делитесь видео, ставьте плюсы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.